добра, мира и гармонии. Медитация – я накапливаю силу. Ее можно проводить лежа, сидя или даже стоя, особенно если вы находитесь на природе. Я едина с могуществом Вселенной. Я накапливаю в себе золотоносную энергию Солнца. Я принимаю изобилие. Сделайте глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И представьте, как золотые солнечные лучи проникают в ваше тело. Улыбнитесь и пошлите свою приветственную улыбку всему сущему. И пожелайте мысленно счастья и благополучия всем живущим на земле. Затем скажите: «Я призываю благостную энергию изобилия. Я верю в то, что отныне я становлюсь сильным и чистым. Я наследница божественного изобилия. Благодарю Мать-Землю за щедрые дары. Благодарю Небесного Отца за растущее изобилие. Я трансформирую свое сознание. Отныне я привлекаю только счастье, здоровье, богатство, благополучие и любовь. После этого соедините руки на уровне сердца. Пошлите посыл любви во Вселенную. Скажите великие и простые слова: «Да пребудут любовь и мир во всей Вселенной». Таким символическим действием вы очищаете свою карму, направляете созидательную энергию в ваше поле и привлекаете изобилие в свою жизнь. Изобилие, процветание и благополучие –